В общем, всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. У нас сегодня попробуй не подпевать челлендж, хиты 2020 года. Короче, в эту пятницу выйдет мой новый трек в 10 утра. Я прошу послушать его, посмотреть. Еще раз повторюсь, в 10 утра по Москве, по московскому времени. Это первое. Второе. Недавно выходил мой трек, поэтому прошу послушать его. Он на главной страничке в Ютубе. ВКонтакте и на всех платформах вы можете прослушать тоже. Покупать там и так далее. Все, погнали не подпевать. Всем привет, друзья. Всем доброго времени суток. Ай, ладно, здорово тебе тоже, Music Hub. Давай я мотну теперь. Так, погодь. У тебя же здесь нету никаких. Все, замечательно. Малышка! У тебя слишком классная стрижка. Я здесь никак не мог. Три раза вы проиграли, то означает, что вы ставите плюс. То если два раза подпили, то пишем минус. Потому что вы не проиграли. Все, лайкаю. Блин, круто. А я простил её, но опять. Опять! Блин, нет, да это крутая песня. Блин, я два раза в начале слился, это очень плохо. Я просто сейчас понимаю то, что прошла только минута челленджа, а я уже слился. Что-то плохо. А ты скайпа. Ой, господи, помилуй. Мне уже мне пофигу. Типа я, будишка, я в тебя люблю сильно и даже слишком. Я еду маджик. Вот это вот мне вообще не нравится песня. Я еду маджик. Я еду маджик. Я еду маджик. Я еду. Я не звезда, что тебе еще от меня нужно? Что тебе привет, только воздушный. Изи. Туса. О, крутая песня. Туса. Крутая, мне нравится. Возьми меня, люби меня рукой. Той пеленой. Проснулся в темноте. Это всего лишь сон. Мгновение назад я был уверен, что влюблен. Каждому по факту рядом нужен человек. Но бывает так, что ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика. А мне уже пофигу. Я слился. Расскажу по твоим губам. И мне плевать, на твои желания. Это игра. Страшная, кстати. Клип я увидел, сразу обкакался. Детка, ты мой кайф. Ты мой кайф. Ра-та-та-та-та. Офигенная песня, просто офигенная. Обосраться. Мать моя женщина. Ну, кстати, вот это еще симпатичное, кстати. Моя дикая Кассандра, игривая подера, затмевала разум, убивала музыкантов. Вот это крутая очень песня. Эй, принцесса, меньше стресса, это твой любимый хам. У тебя мандаринка и бокальчик любимого игрица. Вообще крутая песня, мне вот прям вкатывает она конкретно. Я серьезно говорю. Пушистая,
Ольга Бузова здесь хорошо спела. Отыграли они, мне тоже зашло. Реально. Хорошо, молодец. Что такое лавы? Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое? Я люблю вино, смелым делает оно. Пью его, бля, каждый день почти его черт. Но мне что-то не очень вкатывала эта песня все равно у него. Ну он как будто ее вообще... А, ну он же все треки на вот так сделал. Ты такая красивая. Воу-воу, красивая. Смотрю в твои глаза. Давай, что любят и ночами обнимают, сердце прижимают. Как ты там, там, я тебя рисую. Я сначала думал, это девушка поет. По рукам. Да, реально, ощущение. А кто это на самом деле пел, я сейчас не понял. Небизао. Небизао? А, это Леницкий пел. Я же помню Леницкий. Я наедине, больше мы с тобой не пора. Прикольно. Не мешай остаться одной. Двигаюсь без повода. Да. Я двигаюсь без повода туда. Двигаюсь без повода. Остановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей. Не знаю, вот эта песня мне не нравится. Ну лайк, лайк, лайк Music Hub, а как иначе? Слушай, ну вообще я завалил... с удовольствием челлендж. Не знаю, завалили вы или нет, но сами видите. Три раза. А, кстати говоря, делаем кнопку серой. Если у вас красная кнопка, то нажмите на нее, чтобы подписаться. Потому что 50% смотрит без подписки наш с вами YouTube-канал. Поэтому подписываемся и включаем уведомления. Там вот колокол есть, который вам в голову бьет каждый день. Вот. Только теперь этот колокол будет и от нас к вам бить. Поэтому лайки, подписываемся на YouTube-канал, слушаем песни. И в эту пятницу в 10 утра по Москве выйдет новый трек. И до новых видосов. Да.